Итак, доброго здоровья, всех рад приветствовать на канале GameLair, меня зовут Мистер Фриман 315. Я продолжаю проходить модификацию Challenger Deep с цифрой 2 на конце, что является ремейком, а не полноценным синглом. Так, и возвращаюсь я потихоньку назад, потому что вверху я прохода дальше не нашел, к сожалению, да, не нашел, поэтому... Сейчас еще раз все проверю здесь. А дальше уже посмотрим. Так, блин, ну опять я возвращаюсь сюда. Вот я не знаю, честно говоря. А, вот здесь. Вот здесь я, по-моему, не был, да. Да. Или был? Нет, был. Был, ребят. Тут, я так понимаю, два... Нет, не два, один. А, два. Да, два прохода. Два прохода, ребят, и... Как-то немножечко странно. Может быть, конечно, нам нужно как-то... Попробовать. Нет, ну здесь я тоже был. Здесь закрыто. Ничего, сейчас, я думаю, мы найдем проход. По сюжету, да? Дальше, иначе бы вы это видео просто-напросто не увидели. А если вы его видите сейчас, то, естественно, я нашел решение, как дальше себя вести и что дальше делать. Так, ну давайте подумаем. Вообще, честно говоря, мне кажется, что-то вот с этой вертушкой не так. Что-то с ней нужно сделать. Так, эти выключатели выключены. А, подождите, а здесь же с другой стороны тоже есть, правильно? Так. Ну и чё? Все понятно. Тут их три. Oxygen has been initiated for rocket launch. Понятно. Короче, все, теперь вот сюда. Опачки. Тихо. Прикольно. Не, вообще прикольно. С такой высоты упасть и разбиться, это, конечно, нужно постараться. Не, ну что за хрень? Давай-ка аккуратней. Офигеть. Ух ты, три аптечки. Балуйте. Господа разработчики нас балуете. Ну ладно, мы не против. Так, значит, так. Еще две аптечки. Ну это вообще. Так, что здесь? Опять эти каналы, блин, долбаные. Слушайте, а я не туда ли пришел? Я извиняюсь, откуда начал. А ведь вы знаете, по-моему, я туда же пришел. Что интересно. Я действительно туда же пришел. Так, ну может быть теперь для меня открыт доступ вот сюда вот. Нифига. Нифига он для меня не открыт.
Launch sequence initiated. Oxygen sim, system initiated. Fuel system deactivated. Так, мне нужно систему питания еще активировать. Без нее у меня, к сожалению, ничего не получится. Вообще ничего не получится. Так, а что если я попытаюсь на самый-самый нижний уровень спуститься? Там, по-моему, была дверь закрыта в прошлый раз. Оп, оп. Да. В прошлый раз она была закрыта, сейчас она, слава богу, открыта. Так, окей. Сволочь такая, а? Думаю, когда ж ты сдохнешь? Так. А что? Что такое? Так. Удачно, удачно. Главное оббегать его сбоку постоянно. И вблизи его вынести с дробовика нифиг делать. Абсолютно нифиг делать. Отличает этого товарища. Блин, здесь ничего. Так, ну что, волшебный арбалет приходит нам на помощь. Блин, как я мог промазать, а? О, блин. Вот сейчас верю. Четко. Четко. О, красавица. Ладно. Давай сюда. Так, 10 подствольников, окей. Где она? Не, она мне покоя не даст. Понятно. Так, теперь можно нормально подзарядиться аптечкой и броней. Thank you.
Блин, ну как так? Так, дальше наверх, да? Отлично. Хотя 8 зарядов потребовалось. Ни много, ни мало. Здесь закрыто. Блин, почему мой распрыг не подействовал, а? О, вот сейчас подействовал, вот я не пойму. Как-то через раз. Может, я вроде вовремя все клавиши нажимаю. Вообще, конечно, странно. Так, хорошо. Нехорошо. О, сейчас нормально. Слушайте, сколько здесь вот этих вот шахт? Это просто караул какой-то. Здесь я, по-моему, был. Прикольно. И что, я обратно пришел туда же? Нахрена, спрашивается? Нахрена я, мать вашу, пришел туда же, откуда начал? Чтобы взять несколько патронов для дробовика? Ну, дружочек, если и ты меня кинешь, я тебя убью. Честное слово. Так, ладно, пойдем, дружок. Что-то он со мной, по-моему, не хочет идти. Что ты тут стал? Значит так. Где-то упустил, видимо. Опачки. А что за вентиль? А вот мы и подали питание, ребят, для ракеты. Это значит, что нам можно возвращаться назад, да? Возвращаться назад. А как нам вернуться назад? Вот в чем вопрос. Здесь долбанный тупик с долбанным ученым. Все.
Да иди ты нахрен. Стой там. Так, а куда? А вот сюда, видимо. Нет, не сюда. Так, я помню вот это место. Ладно. Пробежимся еще раз. Так, нам, видимо, надо опять пройти в самую-самую верхнюю комнату. Хотя, может, и нет. Хотя, может, и да. Сейчас проверим. Прекрасно. Тут уже одна ракета взорвалась. И вторая тоже. Так, все, вроде повыносило ребят, все нормально. Походу не запущу я ракеты, нифига. Ну и ладно. Сам, да. Сам себя подорвал, ну бывает чё. То, что мы виноват. Сволочь. Ну иди сюда. Там, ребят, слушайте, там их прилично. Раз. Я не понял, это самонаводящаяся, что ли, установка? Ладно, иди сюда, родной. Так, а если я попробую? Слушайте, мне что-то такое ощущение, как будто и по барабану вообще. Не, она неубиваемая. 100%. Ладно.
Будем импровизировать. Сволочь ты такая, а? Ты посмотри на нее. Достал, ладно. Блин. Вот достает сволочь и все. Вот я не знаю, что с ней делать. Блин, нигер какой живучий, а? Так, ну, допустим. Ну что, дружок? Эта пушка, короче, сама по себе, да? Ладно. Допустим. 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 Даже если так. Я хотя бы попытаюсь. Не, я по барабану. Я вообще по барабану. Вот сволочь такая. Хоть этим не по барабану. Молодцы. Вопросов нет. Так, еще 4 подствольничка. Так, где-то здесь, где-то... Ага, понятно. Понятно. Молодец.
Ай, молодец. Блин, дайте аптечку, уроды. Да, прекрасно. Как говорится, за мало. Хоть так. Блин. А что такое? Ладно. Слушайте, докинул, думал, не докину. Так, это еще дрянь. Так. А у меня, походу, выбора особого нету. Хоть тут и рыбка, но надо проплыть как-то, не знаю. Не знаю. 1%, ребят, я не знаю как, но я выжил. Тут еще и пиявки вообще прекрасно. Дверь, 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 давай, 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 давай! Понятно. Затопленные глубины. Почему-то надпись появилась на экране. Короче, тут как повезет. Не, ребят, по-любому придется использовать кислородный баллон. Иначе я просто не доплыву. Блин, тут еще эти долбаные пиявки. Ненавижу их. 1%, 1%. Куда, мать вашу? Прекрасно. Так, дальше, дальше плывем. Вообще замечательно. Дрянь.
Да ладно, неужели я это сделал? Неужели я это сделал? Вашу мать. А тут дверь закрыта. Это, кажется, еще не конец. Да ладно, неужели ты сдох, дружок? Я не верю. Так, сюда мне не надо. Так, как у него аптечку забрать? Забрал. Еще раз забрал. Отлично. Так, пока этот дурик ушами хлопает. Быстренько сюда. Так, блин. Как-то это все немножко странно. Так, а здесь лестница обрывается. Вообще прекрасно. Ой-ой-ой-ой. Так, ну возможно, мне надо сюда как-то допрыгнуть. Да невозможно, а, наверное, да. Так, теперь потихонечку наверх. Давай, 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 давай. Ну. Ну, давай, давай, давай. Отлично. Знаем, знаем. Плавали.
Так, это я где? А, это я на верхнем этаже. Я понял. Здесь закрыто. Я не знаю, как эту клетку открыть пока. Сейчас разберемся. Так, отлично. Прекрасно, это что было вообще? Офигеть, еще и яма, и еще эта дрянь там. Так, 9 подствольничков у меня. Ладно.